Раз-раз, меня слышно? 1, 2, 3. Если меня слышно, напиши в комментарии. И всех приветствую! Сегодня у нас новый выпуск по приемным радиодеталям. И как вы уже успели заметить, на моем рабочем столе присутствуют платки. Это у меня был вчера сталк за радиодеталями. И он прошел успешно. Результат сталка вы уже можете оценить. Видите, такая вот кучка платок с приемными радиодеталями, на которых можно заработать. Да, хотелось, чтобы попались большие платки и сочные, но мне попались вот такие маленькие платки. Ну, я этому рад. Да, это маленькие платки, но удаленькие. На некоторых платках есть самые дорогие приемные радиодетали. Ну что, не будем затягивать, начнем обзор. Начнем вот с этой маленькой. Так, как вы уже заметили, что вы уже видите на этой платке. И да, хотел вас попросить поддержать максимально это видео лайком, поддержать его. Это можно сделать, нажав кнопочку внизу под видео, нажмите и поддержите это видео лайком. Ну, а мы продолжим обзор. Как видите, тут наблюдаем резистор, две КМ-очки, это у нас самые дорогие радиодетали из весовых, рыжие КМ-очки. Группа не могу сказать какая, надо будет смотреть в прайс, что за группа, сейчас вам покажу. Так, чуть-чуть переведем свет. Что тут у нас пишется по этой группе? Так, вначале у нас тут двоечка, как наблюдаю. Да, кто знает, из какой группы, можете написать в комментариях. Я сейчас не буду смотреть. Ну, это из самых дорогих весовых. Не прям из самая дорогая группа, но самые приятные. Это у нас КМ-очки на этой плате. Так, видим релюха. Так, окукленная КМ-очка, очень классно. Так, вот этот конденсатор, это у нас неприемный. Видим диоды, они могут быть приемные, надо уточнять. 814, скорее всего, вот этот приемный. И вот этот тоже. Так, что видим, 315 у нас неприемный. Потому что год не подойдет. Так, видим, транзистор маленький, полубочонок, он с позолотой приемный. Также, вот эта релюха у нас с серебром. Походу, там контакты на меди. Ломать сейчас не буду. Ну, вот уже, можно сказать, отломал. Все-таки, думаю, посмотрим, что там за контактики. Ну, маленькая платка, ну, как видите, она удаленькая. Так, с вкусняшками. Так, что тут у нас за контактики, сейчас посмотрим. Да, вот, на меди серебряные контакты. Серебро на медной заклепочке. Как видите, тут несколько штук, вон один. На этой пластинке двойной и вот тут. Серебришка хватает. И вот эти две КМ-очки и резистор. Резистор надо будет проверять. Довольно неплохая платка. Так, переходим дальше, потому что у нас тут очень много платок. Вот такая вот платка. Я уже подозреваю, с какой это аппаратуры. Это у нас идет Геркон. Как видите, сейчас покажу поближе вам. Он тоже, кажется, приемный, тоже надо это смотреть. Но он внутри с позолотой. Вот эти лепестки, тут просто зеленое стекло чуть отсвечивает. Ну, внутри два лепестка, вон видите, они позолоченные. О, вспышка включилась. Наблюдаем. Вот такая приятная тоже находочка. Так что, если попадается, не пропускайте. Они с позолотой и они даже приемные. Так, что мы видим дальше? Во! Вот такая вот маленькая платка. Тут у нас, видим, КТ-шка, транзистор, но он разломанный, второй части нету, не присутствует. Так, видим диоды. Тут видим транзистор. Давайте его сейчас вкроем. И посмотрим, есть ли там позолотка. Маркировку сейчас вам покажу. Скорее всего, не будет, я так думаю. Может быть, ну, вряд ли. МП. Так, что МП-36А. Сейчас скроем. Ну, как видите, нема позолоты. Он пустой. Но тут жирненькие КМ-ки. Видим 315. Так, сейчас КМ-ки вот такие вот маркировки.
Так, вот маркировка КМ-ки. М223H3C78 года. Ну, вот такая толщенная. Ну, сейчас проверим. Мне подозрение, что они с серебром. Сейчас мы их проверим. А ну-ка. Так, надкусим краешек. Да, видите, структура белая. Это с посеребрением КМ-очка. Это уже не то. Ну, такие толстые. Ну, довольно тоже приятно. Но они с серебром. Вторая тоже. Так, вторая такой же почти маркировки. 78 года. Сейчас проверим. Она тоже скорее с серебром. Все-таки 78 год дает о себе знать. Тоже белая структура, а не с посеребрением. Ну, довольно тоже неплохая платка, считай, КМ-ки. Ну, не те, что надо. Не самые дорогие. Это с серебром, они практически ничего не стоят. Так. Видимо, такая вот платка. Да, конечно, она грязная, но на ней присутствует очень много КМ-очек. Это у нас окукленные К10-17, К10-9 и так далее. Ух, сколько их тут много. Да, вот это у меня был сталк. Так, где моя отверточка? Сейчас вам покажу поближе. Видим, раз, окукленная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, довольно неплохо тут усеяно. Также микросхема видим с явной позолотой. 150К157. Вон видно маркировочка. И видим такая же, скорее всего, разломанная. Но так мне и попало. Явная позолота там виднеется. Видим, вот. Лепесточки желтенькие. Довольно неплохой стал, конечно. Так, видим, присутствуют с посеребрением флажки. Также вот тут два транзистора с позолотой, как видите, на 4 вывода, как вижу. Маркировку не вижу, сильно грязная там. Вот такие два приятных транзистора. Вот один транзистор. Они, не помню точно цену, но цена приятная. И вот второй тоже. На 4 вывода. Довольно неплохая платка такая, хорошо. Густо засеяна и приятная. Конечно, она в грязи, но это не страшно. На цену это не влияет. Так, переходим далее. Вот еще тут эта платочка. Другая интересная такая вот. Так, что у нас тут с приемных? Это обычные конденсаторы. Так, вот эти два транзистора. Из самых дешевых, грубо говоря, 315. Это самые дешевые. Это... ценовая категория у них чуть-чуть выше у этих идет. Так, это у нас тоже с позолотой такие полубочонки. И видим тут вот такой на 3 вывода транзистор. Может, тут маркировочку посмотрим. А ну-ка. КТ-1117Б. Скорее всего, да. Год я не вижу. 90-й год, 5-й месяц. Вот тут только 3 транзистора приемных на этой платке. И это тоже очень классно. Как говорится, маленькие, но удаленькие. Вот следующая платка. Видим такая вот, не знаю от чего, конечно, платка. Видим, тут уже все проржавело. Видим тут остатки КМ-ки. Мы ее даже можем посмотреть в эти остатки, в структуру КМ-ки. Видим, ее структура темная. У этих КМ-ок других структура. Сейчас покажу вам поближе. Белая структура, это с посеребрением. А вот это уже с платиной и палладием. КМ-ка была, конечно. Остатки можно вот так отрезать и сдать, думаю. Вот так по выводу вот это срезать и сдать можно. Жалко, ее раздушило, но это не страшно. С следующей стороны смотрите, сколько тут этих зелененьких КМ-очек. Вот две КМ-очки лежит, третья КМ-очка, также микросхемы и еще КМ-очка. Это у нас домик, в пластике идет КМ-ка, вот такая домик. И у нас еще оранжевая, рыжая КМ-очка. Сейчас посмотрим, какая маркировка. Маркировка 5F. Видим, хорошая такая, довольно немаленькая КМ-ка рыжая. Конечно, доволен этим сталком. Так что, если вам нравится мой выпуск о приемных радиодеталях этих, поддержите это видео лайком. Также видим микросхемы 90-го года. Их надо будет сейчас
Подоткусывать и проверить на наличие позолоты. Есть ли там позолота. Так, видим, это белая. Без позолоты у нее. Так, дальше. Следующая вот такая. Маркировку я тут не сказал. Тут 561. А это у нас 553. Тоже белая. Все-таки 90-й год. И КМ-очки тут рядом. Также видим такой конденсатор у нас. К-53-4. Тоже есть неплохой конденсатор. Так, интересно, какая тут маркировочка. Маркировочка какая. Так, это походу неприемный конденсатор. Там должна единичка быть. Вот он будет приемный. С танталом. Так, и вот эта микросхема у нас тоже белая. Но эта платка радует тем, что у нее разнообразие КМ-ок. Также видим 315, но он, скорее всего, по году не проходит по приемному. Отличная платка. Так, у нас еще остались несколько платок. Вот у нас с резистором СП-шкой. СП-514 вот такая вот. Довольно классная. Одна только. И все. Вот такая маленькая платка. Но с приемной радиодеталькой она тут присутствует. Отлично. Вот такая вот. Так, что у нас дальше? Дальше вот такая вот платка. Это у нас платка. Видим тут диоды. Эти диоды у нас неприемные. Они только принимаются, насколько я знаю, новые. АБУ они уже неприемные. Но из них что-то извлечь точно можно. Видим КМ-ка. Это, наверное, самая дорогая, ой, самая дешевая группа, можно сказать, не самая, есть еще дешевле, это почти самая дешевая группа, то ли не, да, так и есть, 3V, 3F есть, 3E, эта группа очень дешевая, но очень приятно, КМ-ка зеленая присутствует, такая маленькая платка, ну, КМ-ку впаяли. И вот от тельчика платка. Коробочек тут не было, конечно, не платки этой, но тут присутствует К-1017. Как видим, окукленные КМ-ки. Это не Болгария. Очень хорошо. Кто видел мои предыдущие выпуски, я там показывал блок полностью в сборе от цветного телевизора. Это у нас платка от цветного телевизора. Но там присутствовали рыжие КМ, которые намного дороже, чем вот эти К-10. Но это тоже приятно. Вот такая вот платка, ничего на ней практически нема, кроме разъемов, но есть тут К10. А могли оказаться обычные конденсаторы, которые никуда не годятся и никуда не можно сдать. А вот на этих можно заработать. И вот такой у нас сегодня обзор по приемным радиодеталям получился. Так что, кому понравилось, поддержите это видео лайком. Также, кому не сложно, можете делиться этим видеороликом в соцсетях. Так что, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. И всем пока, до следующего выпуска. И не выключайтесь, переходите на следующее видео, которое сейчас появится на экране. И пока.